Всем привет! Мы продолжаем. Ведьмак, дикая охота. Так. Скинули мы лишние вещицы. Так. Теперь мы должны пойти по всяким вопросам, наверное, или по заданиям. А там рядом будут и вопросы. Так. Какие у нас есть задания? Новиград. В принципе, можно в Новиград. Да? Охота за сокровищами. Да, пойдем мы, наверное, в Новиград. Заглянуть домой к Трис. К Трис. Это будет интересно. Заглянуть домой к Трис. Добро. Давай монету. Решка, пойдем главный хлеб от говна чистить. Тяжело было убить это страшилище. Какое еще страшилище? Так. У тебя бабки не появились случаем? Хотя мы вроде бы все скинули, что могли. В принципе, да. Так. Да. Я думаю, мы можем где-то там рядом телепортнуться. Не бежать же нам до самого Новиграда. Вон куда нам, да? Блин, а тут-то рядом-то и ничего и нету. Только вот этот последний бастион. Угу. Телепортнемся в последний бастион. Угу. И куда? Что это? Что это такое? Кроны. О, а мы здесь были? Что-то я этого не припомню. Не припомню. Что мы здесь были? По-моему, мы здесь не были. Фу, паутина, что ли? Не пойму, это подземелье или что? О, как. Забавно. Я вспомнила, мы здесь были. Так, что там такое? Кто там такое? Так, нам нужен арбалет. Гарпия. Это была гарпия. Да. Так. Ладно, что-то мы куда-то не туда пошли. Надо спускаться. Ну что, паскуда? Что? Опа! Бомс! Круто мы ее сбили. Бам-бам-бам-бам-бам! Прерывают нас тут, понимаете ли? Так. Фу, паутина. Паутина. Немножко не туда, да, мы пошли? Нам в обход, что ли? Что-то нас в обход пускает. А чё, мы так не сможем пройти, что ли? А, подожди. Стой. Мы же можем кругом обойти. Что у нас здесь? Опа. Так.
Ой. Ну да. Пойти. Переплыть. Тут обрушившийся мост, я так понимаю, да? Ну ладно. Мы так. Вплавь по мосту можно так же. А, или так не получится, да? Вплавь по мосту. Только вплавь. Опа. Кто же вот так разрушил-то, ё-моё. Бэм. Бам-бам-бам. Ну, давай, забирайся. Забирайся. Уф. Нырнул. Прикольно так. Прикольненько. Йоу. Бамс. Так. Так. Ну, вроде как. О, боже, что это? Кто это? Сокровище под охраной. Поди высокоуровневый, да? Хуе! Пошли отсюда. Ведьмак, беги. Чтобы пятки сверкали. Беги. Рано нам с такой красавицей. Где нас иди? Ну, чё вы убегаете? Бэмс. Да ладно, не ори ты так, господи, подумаешь, я захотела оленёнка. Какие пугливые, ё-моё, это типа пригород. Чего? Это типа пригород? Стой. Купец? Приветствую. Ну-ка покажи, что у тебя есть. Покажи свои товары. Странствующий. Да, не густо. Не густо. Плюс 7, плюс 8. Да, вот это можно продать. Ладно, чувак, бывай. Бывай. Смотри. Смотрю. Так, мы надо книжки прочитать, которые мы не прочитали. Чтобы при случае их потом продать. Так, так, это мы читали. Это заказ. Это мы читали. Так. Дневник Добромира. Отец мне всю плешь проел, чтобы я на маяк лез. А, это мы читали. Близняв с Интрием. Кавалькада промчалась по залитому кровью двору. Всадники ни на кого не смотрели, вопросов не задавали, это мы читали. Ведьмаки или не так страшен черт? Так. Угу. Школа кота. О, новая статья Бестиарии. Дорогой читатель, ты, наверняка назовешь меня лжецом, мальчиком, безумцем, ты будешь с жалостью качать головой и с недоверием фыркать. Наручаюсь тебе и клянусь всеми богами, все, что ты прочешь на этих страницах, это правда и только правда. Вампира, о котором пойдет речь, я встретил много лет назад в корчме в Боклере. Сперва вампир не хотел ответить на вопрос, каким чудом он вышел из раскаленной как печь корчмы без малейшего ущерба для здоровья. Согласно Регису, вампиру рознь. Понятно. Ладно. Письмо. Угу. Держим ухо востро. Сколько у нас жратвы? Жесть. Высший вампир. Новая статья Бестиарии. Ну-ка. Бестиарий. Так, вампиры. Высший вампир. О. Против них что? Игни. Масло против вампиров. Высших вампиров с их далекими примитивными побратимами, такими как Альпы, Кимы и Катаканы, роднит лишь употребление крови. На самом деле они значительно ближе к людям, нежели к остальным кровопийцам.
высшего Пиркима. Ясно? Ясно. Пошли дальше. Домики тут. Домики. Идите своей дорогой. Корчма, гусиная гуска. Гусиная гуска. Прикольно. Корчма, гусиная гуска. Назовут же. Так. Мы вас тут пошаримся. Вы же не против, да? Вы же не против, я знаю. Я в этом просто уверена. Так. А, это еще не корчма, это мы в какой-то дом зашли. Да? Это не корчма. Так, это не корчма. Это не корчма. За порядочную работу не возьмется, а все крутится, как вонь в портках. Как вонь в портках. Ёшкин кот. Вот такие выражения вообще интересные. Проклятие. Если бы ты лук с маслом ел, то... Лук с маслом? Фу-фу-фу. Так. Опа. Всего тут сейчас насоберем опять кучу. Пойдем бить чудовищ. Пацаненок. Ой. Ведьмак свалился. А, проказа. Опа. Пойдем бить чудовищ. Прикольно. Так, подожди, а кочма-то где вход? Пойдем бить чудовищ! Вот это? Точно. О. Кто? О май гад. А, как с ней поговорить? Как дела? Как дела? Забавно. Крестьянин. Бар. Как делишки? Что? Ух ты, представление. Музыка. Живые музыканты, прям ресторан. Прикольно. Британский солдат, крестьянин. О. Здравствуйте, мастер ведьмак. Здрасте. Прошу. Что у тебя есть? О, с ним бин можно сыграть. Что у тебя там? Ну-ка, покажи, что у тебя там. Жареный цыпленок, свинина, тушеная рыба, жареная свинина. Купим у него еды. Чего? Искушение. Пища восстанавливает здоровье. Угу. Так, о, карта у него есть. Купим у него карты. Так. Ладно. Продадим ему чего-нибудь. Только что-то он ничего не покупает. Талисман. Кроличья шкурка, это хорошо. Ага. Чистое серебро. Подсвечник, удочка, цепь, бритва, трубка, кружка. Всякого добра полным-полно. Так. Старовечья шкура. Сейчас мы его грабанем, блин. Дорогие же шкуры. Фиштах. Все продадим. Серебряные панталоны. Это забавно. Так. Ну все, он ничего больше не покупает. А, ему можно вот это, алкоголь продать. Это тут Ленинский чемпион. Вот это.
Пиво мы не пьем. Оно мало восстанавливает. Поэтому мы его и не пьем. Че, сыграем с ним в гвинт? Давай. Не желаешь сыграть в гвинт? Давай, давай. Так, казнь. Вот, это хорошая штука. Казнь. Ясное небо. Больше новых карт никаких. Больше никаких новых карт нету. Гребаная пихтура. Ладно, гребаная пихтура. Начать игру. Начнем игру. Да. Так. Ход противника. Ноль. Он к нам шпиона послал. Зараза такая. Зараза такая. Даже не знаю. А мы вот так. И не вам, и не нам называется. Тикс. Хех. А может спасовать, а? Я спасую. Ну и фиг с тобой. Блин, у него карт больше. Причем хорошие. Охренеть просто. Просто охренеть. Спасовал. Пасует, гад. Ну, я тоже могу спасовать. Ничья. Тьфу, ё-моё. Ну, ладно. Ладно. Доска объявления. Забавно у них тут. Так. Глянем на доску. Это еще все пригород, я так понимаю. Приглашаем на танцы, в гусиную гуску на танцы. Музыканты играют на скрипках и гармошках. Объявление для наших почтенных клиентов. Войны и суровые законы. Почти 20 лет я привозил в страны севера превосходные мельгарские товары. Ладно, ищу работников в сад. Краснолют ищет женщину. Дорогие женщины, буду честен. Маленького роста. Хенке Шулер. Люди добрые, читайте внимательно, что я вам говорю. Хенке, прозвищу карета, что в той корчме всегда сидит, к столу приезжающих играет утяжеленными костями и крапленными картами. Заказ. Лихо лесное. Жесть просто. Ох, девушкин кот. Сколько ж тут всего. Лихо лесное. Какого уровня, интересно? Лихо лесное. Ой. Лихо лесное, аж 25-го. Не, нам такое рано, вы чё, ребят? Ну, еще маленькие. Ведьмаки. Ведьмаки, мы маленькие. Ведьмачушки. Такс. Вон он, Новиград, да? Я так понимаю. Это эльфика, может, эльфка. Прикольно. Эльфка.
Такс. Краснолюды тут маленькие. Краснолюды это типа гномы, я так понимаю. Да. Подозрительный тип. Подозрительный тип. Жесть просто. Ворота славы. Очень не любит эльф. А ты эльф? Нет, я не эльф. Бывает метка контрабанда. Что за контрабанда? Контрабанда. Добро. Всякое добро. Текс. Добро, добро. Да ныряй ты. Что у нас тут еще есть? Так. Ну, рыбки. Прикольно. Удочка. Так, это трава, да? Это трава. Все, вроде бы, да? Вроде бы все. Прикольно, тут рыбку ловят сидя. Тимерия, это никакая не тимерия. Фух, как они харкаются ужасно. Да уж. Ворота иерархов. Сколько отметок всяких разных. Так. Так. И куда нам? Направо, да? Направо. Какой большой город. О, торговец есть, да? Опа. Где тут вход к нему? Ну! Здесь? Да. Вы приняли меня за кого-то другого. А? Оставьте его в покое. А ты еще кто такой? Шпик из храмовой стражи? Шпик. Я любитель мира и порядка. Да. Тогда ты ошибся городом. Это вы совершаете ошибку. Оставьте его в покое. А если нет? А если нет? С этого человека вы ничего не получите. Его лавка тонет в долгах. Ты прав. Угу. Да он и по виду на нищего смахивает. Я бы попросил. И что я к нему прицепился? Наше почтение, до свидания. Пойду почищу зубы. Накси рулит. И без драки, Иди домой, уважаемый, и не гуляй здесь больше. Уважаемый. Так и сделаю. Благодарю за помощь, господин. Сил нет. А чё, ты ничего мне не продашь, да? Ну, так неинтересно. Блин, здесь что закрыто? А, нет. О. Можно пошариться. Горожанин спит. Такс. Пошли дальше. Ничто не причиняет такой боли. Торговцев, конечно, тут дофига и больше. Вот хватит с меня. А тебе что надо, брат? Такс. Лучший развал во всем Новиграде. Развал. Прошу не толкаться, всем хватит. Я не толкаюсь. Да. И очень хорошо. Культура поведения превыше всего. Культура поведения. Прикольно. Ну, посмотрим. Так, что у него есть? Карт нету, да? Рыба. Пища. Сушеная рыба. Да пищи у нас хватает пока что. Не буду я брать пищу, а вот этого можно. О, перчатки убийцы. Перчатки убийцы. Так. Это мы продадим. Кираса воина Фрей. Кираса воина Фрей. Ух ты, доспех цедрийского кавалериста. Круто. Это мы продадим.
из комплекта доспешку у Грифона. Продам я. Так, это мы еще не можем, да, одеть? Броня плюс 4. Броня плюс 18. Это получше будет. Продолжаем. Так. Что еще мы можем ему продать? Из ненужного, так сказать. Это я бы пока хотела оставить. Так, вот эти книжки можно распродать. Лишние книжки можно распродать. Так, вот это. Записки. То еще? А, это мы сделали уже. Бестия. Что-то это я не помню. Так, что еще? Краснолюдский спирт. У него денег уже нет. Бедный какой-то. Что, в Гвинт сыграть? А вдруг выиграем, да? Ну, не давай. Желаешь сыграть в Гвинт? Давай попробуем. Хотя чувствую, они тут сильные. Эти. Так, начнем. Нет, казни оставлю. Так, а что? Что мы можем поменять? Блин, ничего не хочу менять. Мой ход. Ах ты, блин. Зараза такая. Я спасую. Ах ты, зараза. Ага. Противник выиграл раунд. Зараза такой вот противник. Блин, у них у всех карты офигенные. Мой ход. Казнь. Как-нибудь применить казнь. Давай я казнь применю. Вот на этого чувака. А почему? Не поняла. Почему я применила казнь на своего? Уничтожать самые сильные карты или карту на поле боя? Это, конечно, забавно. Очень даже забавно. Пас. Стой. А я тоже пас. Ах ты, зараза. У него одну карту больше. Мой ход. Офигеть, блин, у него лучники. Просто офигеваю. У меня тоже такое есть. И чем? Нет, стоп. Нет, стоп. Подожди, этого куда? Сюда, да? А этого? Тоже сюда. Ладно. 20/20.
28 у него, офигеть. Ах ты, зараза. Да, не ахти. Не ахти. Да уж. А, у меня же этот есть. Вот этот. Чучело. Да уж, не ахти. 7-4. Да уж. 5-7. Чё, пасую я? Зараза, он сейчас выиграет. Он сейчас выиграет. Противник выиграл. Хотя мы были практически нос к носу. Ладно, но мы попробовали во всяком случае. Надо было с легкими соперниками играть в деревнях. Но мы туда еще вернемся. Да что ж тут такие громкие-то, ё-моё. Такс. И что же случилось с этим целителем? Чудище, которое превратилось в человека. Не только чудище, вот уже чародейку зажгли. Пожалуйста, исцеляет меня. Даже не знаю, что я был прокажен, имел твердый заработок, а стал банкротом без средств к существованию. Не повезло. Покуда детки в подобных им бестий не обезобразятся. Так, тут какой-то вопросик. Подойти к нему. А, это этот вечный огонь, по-моему, опять, да? Если не ошибаюсь. Ну-ка. Чего хотите? Проповедник. Откройте, тебя смелости всю эту клевету повторить, глядя мне в глаза. Да. Ты мутант! Выродок! Бесполезный реликт прежних времен, который нужно сжечь, как засохшую ветку. Как грубо. Скольких людей ты спас от смерти? От Брукса, от Лешего? А при чем здесь? Скольких, я спрашиваю? Есть над чем подумать. Глоб-то наш проповедник здоров драть. А дунь на него, так он уже хвост поджимает. Пойдемте, люди. Молодец, ведьмак. Круто мы с ними разобрались, да? Пожертвование. Рынок на площади иерарха. Жемчужина городов. Хороший день для вечного огня. Жить это. Но вот тьма поднимает свою мерзкую голову. Так. Важно, товары руками не трогать. Заказ дом с привидениями. Заказ домовой. Так, турнир по гвинту с высокими ставками. Нет. Чудовище в обрезках, кулачные бои. Но это, наверное, все высокого уровня. Нам, наверное, будет еще рано. Нам еще будет рано. Кулаки ярости. Так. Ведьмачьи заказы. Ох, ё-моё. Чудище с болот. Ясно, ясно. Облик начальника стражи. Так, там корчма есть. Шайка шарлатанов, вещунов и ведьм покушает. О, какая. На чистоту и добродетель. Вспотел весь. С такими время нельзя покончить с этим. Да нет, не вспотел. Отрекаетесь ли от зла? Бам. Распутывая клубок. Один раз. Зимороды. Откуда такое название? Да. Оно навеяно поэзией мастера Лютика. Может, знаешь? Зимородок, птица чести, что увяз в отхожем месте. Слышал. Я принцессе Пенелопе что-то пилось в речке Зопе тоже. В речке Зопе? Во всяком случае,
Зимородок всегда открыт для любителей поэзии. У нас бывают настоящие звезды поэтического небосклона. Понятно. Чем сегодня кормят? Так. Раскупим все карты у него. Так. Ну, еды нам хватает. В принципе, да. Серебряные панталоны. Так, шкуры дорогие. Так. Ладно. А с ним, говорит, не сыграешь, да? До свидания. Ладно, не сыграешь, так не сыграешь. Бедный горожанин. Кто тут еще есть у нас? Что, мы здесь не можем ничего взять? Свечник. О, мы можем сюда зайти. О-о-о. Всякого добра дофига. Текс. Один раз так набрался, что из ушей кровь пошла. Ну, ты делать? Набрался. Капец просто. Отрекайся! Устроят большой турнир. Отрекайтесь ли от зла? Главное. Господи, что ж так орать-то, ё-моё. Довершит тело очищения. Как сражаться с мерзостью, которая может принимать разные обличия? Никто не может Розовый быть белый уверен бог, ни а? В брате Мясник твоем, из Главикина. Ни в отце, достаточно Геральта из Риги. В чем дело? Взгляните на пару лет назад соседей. Один тип заплатил каждый мне, чтобы я сохранил для тебя книгу. Сказал, что ты когда-нибудь согласны за ней придешь. Согласны ли мы на это? Кто это был? Позволим ли мы чудовищам он и шарлатанам захватить Но наш город? Но книжки красная обложка, это я помню. Я ее точно не продавал. Уже священное Хорошо, пламя я поищу. Огня красная обложка? Может, тогда остальное посмотришь? Наш чудесный Новиград. О-о-о. Фауна северных земель, в облике зверя, комментарий. Ого. У него книжки продаются, понятно. Ага, ясно. Уже на городок. Заглянуть так. Вечного огня. Старый знакомый. Что за задание? Старый знакомый. Найти книгу в красной обложке, используя ведьмачье чутье. Но вот тьма поднимает свою мерзкую голову. Коварный Веселые приключения Мюри и прекрасный Назар потешными гравюрами с набьёнами. Шайка шарлатанов, вещунов и ведьм. У, достал он там орать. Вашу чистоту и добродетель. Так, время покончить с этим. Время отречься. Красной обложке, а вот она. Отрекаетесь ли от зла? Изучение чирьев, прижигание. Отрекайся! Отрекаетесь ли от зла? А нет. Мой милый гость. Отрекаемся! Может быть, он Мари Бунда. Наследное письмо антиромантии или благородное искусство гадания на сыне. Такс. Я понимаю, мы нашли эту книжку, как да? Как сражаться с мерзостью, которая может принимать разные обличия? Никто не может быть уверен ни в брате твоем, интересуешься книгами? Ни в отце, ты не похож на ученого, ни в супруге. Но... С картинками взгляните у меня тоже соседей. Есть. С картинками, говорит, у меня тоже есть. Оказаться доплером. Согласны Покажи ли вы мне это? Твои книги. Позволим ли мы чудовищам? А, так это мы не ему должны отдать. Наш город. Гвинт? Ну, не знаю. Нет! Ну, давай попробуем. Не желаешь сыграть в Гвинт? Дело очищения. Так. Есть у нас какие-нибудь новые карты? Ё-моё, нет у нас никаких новых карт. Ну ладно. Пошли играть. Ну чую я не выиграю. Так. Что можно поменять? Вот это, да, можно? Ну и в принципе, можно и ясное небо применять. Такс. Вот противника.
Лютик. Что это было? Хи. Вот опять он. Зараза такая. Шпиона мне послал. Зараза. Так. Уничтожает самые сильные карты или карту на поле боя. Так. Да блин, капец у него карты. 12. Даже не знаю. Хм. Да, это уже бесполезняк. Пасуя. 10. Хитро. Противник спасовал. Зачем? Нафига он спасовал? Так, стоп. Это шпион же. Пасует еще? Я тоже пасую. Хм. Ну давай. Так. Ходи, а я тебе шпиона кину. Охренеть. Просто охренеть. Ход противника. Чего? Жесть просто. Просто жесть. Просто жесть. Не охренели ли, а? Так. Это сюда только, да? Мы сюда. Хм. Блин, туман, если нашлю. Интер. Норм. 13. А мы вот сюда. Спасую сейчас стопудово. Нет, фигушки. У него еще одна карта. 17. Брат, это нечестно. Это просто нечестно. И чё? Типа ничья? О, победа! Круто! Нам какую-нибудь карту дадут за это хорошую? Наш чудесный Новиград. Новый предмет, ведьма-кухарка. Класс. Но вот, тем... Что такое? Что случилось? Они ведьму сжигают или... Капец. Это просто капец. А можно что-нибудь сделать?
Что за нафиг? Злу не укрыться от священного огня. Огонь осветит его. Сожжет. Очистит. Огонь осветит. Сожжет. Очистит. Узрите. Фанатики, капец. Пламень милосердия. А тебе, выродок, особый костер. Ты будешь гореть медленно и молить о смерти всеми голосами сразу, как все твои. Я не сделал ничего дурного. Ничего. Я просто хотел жить. Как... Блин, ведьмак, ты что стоишь там? Боги, это ж Доплер. Доплер? Кто такой Доплер? А, жесть. Ну давай, ведьмак, сделай что-нибудь. О май гад, он ничего не сделал. Ну почему ты ничего не сделал, ведьмак, ёшки. Надеюсь, Дуду им не попался. Дуду? Кто такой Дуду? Ведьмак? Новое задание, высокие ставки. Да. Так. Что за задание? Читать письмо. Так. Что за задание? Где оно? Не вижу его что-то. Ай, кулаки ярости. Димачи заказы. Невыгнивор. Ладно. Так, нужно прочитать письмо, да? Ну-ка, прочитаем. Что за письмо? Это задание, наверное, здесь. Записки пирата. Вчера мы нашли на дне серебряную тарелку и брошь с рубинами. Так. Дорожная грамота, загадочные записки. Снятая записка. Записки контрабандиста. Веселые приключения Мюриэль, прекрасные мерзавки, потешными. Излечение черев, прижиганием, научные студии. Боже мой. Мой манифест Жизнякова из Альдерсберга. Морибунда. Последнее обличье вампира. Письмо от А. Ведьмак. В океане возможностей существуют события менее правдоподобные и более правдоподобные. Для мира нет иного спасения, как только приготовить весь рост людской гибели. А. Кто такой А? Тиромантия. Сыры. Прикольно. Найти А. Спать. Так. Нет, подождите. Задание. Доброволец. Так. За сокровищами. А нет, это слишком. Так. Доброволец. Походить по округе. Угу. Ладно. Нет. Мы костры Новиграда делаем. В первую очередь. Как же было дело с Фольтестом-то? А, старые знакомые, сука, выполнено. Так, я хотела почитать про персонажи какие-то там новые. Имлярих. Так. Калеб Менге, дым сотен костров, запылавших на Новиграде, не рассеялась, и в этом мраке появилось множество кровавых палачей, строящих свое благополучие на чужом горе. Да гад, кухарка. А, это эти. Ля Шарель. Мы с Геральтом давно знали эту тайну. Ля Шарель, наместник по делам безопасности храма Вечного Огня.
умер много лет назад, и его заменил Доплер, принявший его облик. И кому мы не сказали о случившемся ни слова, ибо подмена эта всегда была на пользу. Доплер казался созданием рассудительным, лишён свойственной его предшественнику жестокости. Понятно. Пряха. Фелиция Кори. Шептуха. Так, пошли мы наконец к Трис. О, мы уже рядом. Эй, ты! Проваливай отсюда! Мы с этим домом работаем! Чего? Давайте поговорим. Меня ваша добыча не интересует. Мне нужна чародейка, которая здесь жила. И ты думаешь, мы в это поверим? Да. Должно быть, залегла в какой-то норе, как все остальные. Кто может знать, где она скрывается? Я бы ее поискал в гнилой роще. В гнилой роще. Красивое название. Гнилая роща. Интересное название. Гнездо отбросов и страшилищ. Порядочного человека там не сыщешь. Поэтому ты и решил, что моя знакомая там? Я никого не хотел обидеть. Где эта гнилая роща? Понятия не имею. Но говорят, там нищие и всякие чудные ошиваются. Тебе там самое место. Чего? Может и так, только я не знаю, где это. Говорят, туда можно дойти по каналам, которые выходят где-то за городом. А где именно, мало кто знает. Ну или нищих поспрашивай, или найди вора и выследи его. Поговаривают, что нищие воры платят дань королю нищих. Значит, они и про гнилую рощу знают. Королю нищих. Значит, даже такие бывают. У нищих свой король? Да. С короной, со скипетром? Зря смеешься. Это прозвище, понятное дело. Только с королем этим каждый в Новиграде считается. И ты поосторожнее. В рощу даже Менги не суется. Да. Кто меня звал? Чего хотел? Менги. Храмовая стража. Взять это воровское семя в комнату дознаний. Но, господин, за что? Это ж барахло чародейской суки! Так, по-твоему, их имущество можно грабить? Но магии и чародейки вне закона. Но их скарб — забота храмовой стражи. А Новиград — город законопослушный. Неоднозначный тип. Ты знаешь... Что не топырчует мотылька за милю. Чего? Здесь дело не в чутье, а в слухе. Надо же. И в нетопырях ты разбираешься. А я думал только в монстрах. Как не топырчует мотыльков, так и я чую чудовищ. В Новиграде нет места таким, как ты. Чего? Почему это еще? А кому есть место в Новиграде? Я слышал, что Новиград не место для магов и чародеек. Теперь ты говоришь, что он не для ведьмаков. И для кого он тогда? Ну? Для праведных людей, исповедующих единственно истинную веру в вечный огонь. Ну-ну. Пока я не могу тебе ничего сделать, но я знаю, что ты здесь. Один неверный шаг, и ты пожалеешь. Хм. Я буду первым, кто об этом узнает. И тебя отправят на дознание. Как каждого магического выродка, который набрался наглости марать наш город. Как грубо. До встречи. До встречи, до встречи. Да... Однако.
что здесь есть. О, меч Марибора. О. Травы, коренья. Трис решила стать целительницей? Искать вора на главном рынке, пробраться за ним. Такие щетки для волос использовала только Трис. Так, а в втором этаже что? Так, малый рунный камень. Так, это что у вас? От амулетов исходит магия. У Трис аллергия на эликсиры. Ведьмачьи знаки. Оба. Что там? Книжка какая-то. Какая-то книжка. Так. Там еще и третий этаж есть. Жесть. Хлеб. Всякое добро. Здесь у нас что? Одежда Трис. Раньше она ее не разбрасывала. Ее украли. Ее похитили. Роза памяти. Вся высохла. Роза памяти. Что за роза памяти? Так. Все? Вроде бы все. Так, где выход? Я потерялась. Так, ну что, пошли искать вора. Площадь Иерарха. О, мои извинения, сударь. А ну-ка, най отсюда! Держи вора! Так, нам что, за ним бежать? Хорошо бы все быстро устроить. А то войска за рекой меня несколько беспокоит. Отойди от меня! Подозрительно ты выглядишь, приблуда. Хватит. Еще не прикасайся ко мне. Старые девушки приехали из краев, который захватил Нильфгард. Что это? Настоящий это огонь. А вот же настоящий. Закрыто. А вот там вот. Кто? Поддержи. Сжайтесь над горькой долей и помогите хромому милостыней. Говорят, в Новиграде ничего не бывает даром. Ах, чую, сейчас опять начнет выпытывать. И почему людям кажется, что нищие знают все? Ну, конечно. Сведи меня с этим. Сведи меня с тем, кто обокрал моего брата. Да в гробу я видал. В Новиграде есть место под названием Гнилая Роща. Да не сомневаюсь. В Новиграде полно разных мест и все с названиями. Хочешь посмотреть, купи себе карту. Я слышал, что такие, как ты, навещают этот угол. А я слышал, что тебе навалили конских ярмарок, а ты посмеялся да сиял. А теперь иди-ка со своими вопросами по добру, по здорову. Чё так грубо-то, ё-моё. Кормят, что потом два дня можно сытым ходить. Это только в хорошем месте. Не трогай меня. Кого искать-то, ё-моё, вора этого. Дорожа. Подозрительно ты выглядишь, приблуда. Сам ты приблуда. Ну хватит, хватит.
Ян сразу поймет. Осади! Лучше пожертвование. Пожертвуйте ветерану сражений с черными. Где сражался? Тогда в Англине. А в эту войну в Цидарисе и на берегах Понтера. Пожертвуйте. Ну, пожертвую. Возьми. А теперь ты помоги мне. Мне нужно найти закоулок, который тут зовут Гнилой Рощей. Это очень важно. Ничего я не знаю ни про какую рощу. А про гнилую и подавно. Вот зараза. Я не садовник. Это очень важно. Оставьте меня. Ничего я не знаю. Вот зараза. Вот же зараза, да? Как вот, как так-то? Где мне найти этого вора? Ведьмак, ровен шаг твой и грозен твой люди, взгляд. Шутить над тобою я был бы не рад. Где, кто он орёт? Отойди от меня. Где он? Где он кричал, меня ограбили? Только не это. Подайте крону. Где он? Ой, проголодалась я. Чем же тут воняет? Хм. Добрый день. Блин. Жаль, слова тратил. Ну-ну. Зараза, зараза. Там еще нищий. Ну, что-то они как-то не особо тьма. Разговорчивы. Вечный огонь нас хранит, а на чудовищ и монстров понос насылает. Где он? Наверху, что ли? Нет, закрыто. Где он? Наверху? Прошу, прошу, кого я вижу? Сам Белый Волк посетил мои скромные чертоги. Ты кто чем такой? Чем могу служить? А ты кто такой вообще? Что за обменять валюту? У меня есть немного денег, я хотел бы обменять их на кроны. Вы попали по правильному адресу. У нас самый выгодный курс в городе. Не надо мне на кроны их менять. Опс. Порядок есть порядок. Ну ладно. Где я же ветеран. А, вон он. Подайте кроны. А как к тебе забраться-то, ё-моё? Чувак. Как к нему забраться? Сидит там наверху, деловой такой. Забавно. Эй. Я буду за тобой приглядывать, белоголовый. Найдется милостынька для убогого. Хромой? Да где там? Обеими ногами владею. А что твоя мельница? О, как махаю. О, гляди, о. Я, видишь, умственно помешанный. Да. Ну и давно ты помешался. Давно это... помешательство. А с рождения? Вот здесь у меня помешательство. Вот. Сейчас рукой вам покажу. Как рукой показываю. Да уж. По-моему, ты здоров, как лошадь. Жрецы меня смотрели и знахарь, и сказали, что я помешанный. Неправду тебе сказали. Мне-то все равно. Люди милостыньки не жалеют, нравится им, как я показываю. Вот здесь. Здесь. Да. Ну, главное, ты счастлив. А то. А больше всего я люблю, когда у меня кто дорогу спрашивает. Тогда показываю во как.
Я-то город знаю. Ну-ка, о, ну-ка, знаю. давай. Ты, наверное, знаешь, где место под названием Гнилая Роща? Я знаю. Да я там живу. Это там. Вот туда. Туда. Вот. Да. Ну, это где? Показал. В квартале у шлюх. Есть такой закоулок за воротами. И вовсе не гнилой он, и не роща. Дурачки о нем только так говорят. А я-то знаю. И туда все пускают? Ну да. Если только скажешь, старая чушка платила под свинков. Ну, а если не скажешь, то, может, и не пустят. Но сказать-то несложно. Послушай, старая чушка платила под свинков, а? Благодарю за помощь. Он точно, по-моему, помешанный. Отыскать и курить их короля нищих. Так. Вечный огонь нас хранит, а на чудовище монстров понос насылает. Понос насылает. Прикольно, прикольно. Очень даже прикольно. Ну, да из тебя попрошайка покруче выйдет, чем из меня. А есть здесь этот самый цирюльник? Мне бы подстричься. Мне бы подстричься. Прыгнуть к текущей задаче. Забавно. Так. Травник, летающий кузнец, кочмар, верстак, броник, вместо силы, травник, сокровище под охраной. Ага, диск объявлений, интересное место, ловко. Да уж. Ясно. Ладно. Тяжкие времена сейчас. Старшему охотнику за колдуньями и господину судье. Давай нам тоже что-то. Постучать. Открывай. Медведь пришел. Сова, открывай, медведь пришел. А ты кто? И чего здесь хочешь? Что за воротами? Да я просто город осматриваю. Интересно, что тут за воротами? Моему Шурину тоже было интересно. Так он уж 5-й год, как в земле гниет. Присмотрись ко мне, что ты видишь? Желтые зенки, 2 меча. Желтые зенки. Видится мне, что ты мутант-убийца. Ну зачем же так? Я слышал, что это подходящее место для страхолюдов. Это ты верно слышал. Знаешь пароль? Ходишь даром. Не знаешь? Платишь налог на нашу рощицу. Старая чушка родила под свинков. Ой, пу, старая чушка плодила под свинков. О, добро пожаловать в нашу рощу. Круто. Так. Встретиться с королем нищих. Наверное, пора кое-что прояснить, чародейка. Самое время. Мы с моими людьми справимся и без магов. А вот маги без нашей помощи — это зверье для ловчих из храмовой стражи. Кого я вижу? Здравствуй, Трис. Я вижу, вы знакомы. Я вижу, вы очень хорошо знакомы. Мне было интересно, сможешь ли ты сюда добраться, ведьмак? Твои шпионы донесли тебе, что я ищу гнилую рощу? Если бы я не держал руку на пульсе, рыбы давно бы жили в моих глазницах. Кроме того, гнилая роща — обидное прозвище для нашего пристанища. Так, стража Воздуховой, так как бы ты назвал это место? Интересно, как ты назвал бы этот притон? Кабы знать, может, сад свободы? Человека, который собирает дань с нищих и воров, ты весьма романтичен. Ты называешь это данью, а я налогами. Для тебя это воры, а для меня работники. Видишь ли, ведьмак, у меня есть очень серьезные планы.
далеко идущие планы по обустройству этого города. Может, тебе стать городским советником? Городской совет — это марионетки на ниточках, за которые дергает иерарх Вечного Огня. А в последнее время еще и родовит со своими охотниками за колдуньями поддергивает. Мнимая власть меня не интересует. Угу. Да ты мудрец. Когда-нибудь так называемый вольный город Новиград действительно станет вольным городом. Чтобы это получилось, здесь нужно изжить предрассудки. Трындеж про святость Вечного Огня хорош для детей. Видно, не только для них. Во время казни вся толпа ликовала. Чернь всегда любила смрад паленого человеческого мяса. Но когда-нибудь люди поймут, что Вечный Огонь нужен только за тем, чтобы держать их в руках. Это место называют Гнилой Рощей, а прогнил сам Новиград. Добро пожаловать в последний оплот благоразумия. Я рад, что человек вроде тебя попал в наш город. Потому что однажды он станет нашим, Геральт. Попомни мои слова. Вашим? Ну, скажем так, моим и моих друзей. Но это уже совсем другая история. А сейчас я оставляю вас одних. Потому что вижу, что именно этого вам и нужно. У меня масса дел в городе. Я с удовольствием к тебе присоединюсь. Что у тебя с ним за уговор? Он тебя использует? Скорее помогает мне выжить. Если бы полгода тому назад мне сказали, что Трис Меригольд пойдет на службу новиградскому королю нищим, я бы не поверил. Полгода тому... Госпожа чародейка, вы прекрасны, как всегда. Жаль расставаться. Я скоро вернусь. Я так понимаю, ты в Новиграде по важным делам? Более чем важным. Я кое-кого ищу. И кого же? Девушку, которая мне как дочь. Она? Здесь? Это невозможно. Есть доказательства. Я надеялся, ты что-то знаешь. Ты здесь уже довольно давно. Помоги мне найти хоть какой-то след, хоть что-нибудь. Я сделаю все, что смогу. Надо подумать. Кто может что-нибудь знать? Надо подумать, следовать за Трис. Ну, следуем за Трис. Блин, хватит, хватит. Вот в чем. Лишь бы не разболеться от такой погоды. Да, погода отвратительная. Мокрота. Все дела. Эй, ты где там? Привет, умник. Помнишь, я просила кое-какие ингредиенты? Получилось достать? Вроде как. Но возникли некоторые, я бы сказал, осложнения. Значит так. Иду я с мешком вдоль канала, смотрю, а тут прямо навстречу мне выходит трое из храмовой стражи. К делу. У нас нет времени. А я знаю, что ты любишь болтать. Погоди, у меня полный мешок магикалей, а эти идут прямо на меня. Я вообще по натуре не пугливый, но тут у меня просто жопа вспотела. У меня не было выбора. Я кинул мешок в воду и сказал, что это дохлый кошак. Не поверишь, но мне поверили. Надо найти этот мешок, умник. У меня заказ. Так он, небось, на дне. Повезло еще, что он утонул, так что поищи, думаю, он найдется. Предлагаешь мне заплатить, а потом нырять в ледяной вонючей воде? Где ты выбросил сверток? Рядом с журавлем, у второго мостика от порта. Не ожидала такого самопожертвования. Я все равно хотел освежиться.
Пойдем. Ему и не такое приходилось делать. Это за нами пришло. Я раскололся он только, когда я стал припекать ему пятки. У каждого есть свое слабое место. Я как-то мага допрашивал, который не чувствовал боли. Ну, совсем. Я и ногти рвал, и яйца ему защищал, и ничего. А потом оказалось, что он боится щекотки. Я положил ему жука на живот и прикрыл кружкой. Так он чуть с ума не сошел. В этот раз нам повезло, но выходите-ка лучше каналами, через подвал. Береги себя, умник. Так, и куда нам? Подождите, я здесь все соберу сначала. А потом мы пойдем. Сколько у него всякого добра? Просто дофига. Книжки. И так далее. Ой, подожди, подожди. Такс. Ладно. Ну, пошли. Используй ведьмачье чутье, найти тайный проход, а затем открыть его. О, боже мой. Какой-то нескончаемый квест. Утопец, откуда он здесь? Откуда здесь утопец в подземелье? Забавно. Сквозняк. Значит, выход здесь есть. Умник не стал бы нас обманывать. На этой стене должен быть рычаг, чтобы открыть тайный проход. Новиград когда-то был вольным городом не только по названию. Поэтому после резни в Локмуине чародеи прибывали сюда толпами. Думали, что спрячутся здесь от палачей Родовида. Но, как оказалось, попали из огня да в полымя. Новиград стоит на деньгах, а для ведения войны... Где-то здесь и должен быть сверток, если умник ничего не напутал. С тех пор, как его допрашивала Микки, у него началась мания преследования и что-то вроде склероза. Думаю, сверток снесло к морю. Я проплывусь в сторону порта. Поплыли вместе? Вряд ли она согласится. Спасибо. Как-нибудь в другой раз. Ты не знаешь, что теряешь. Там полно прогорклого масла. По-моему, оно прекрасно действует на кожу. Да. Так, и чё? Найти утопленный пакет, используя ведьмачье чутьё. Ну, ныряй. О, господи, боже мой. Он точно в воде? А вон, что-то вижу. Что-то вижу. Нет, не то. А, вон, вижу. Вот, нашла. Всплываем. Плывем обратно к Трис. Ну как, нашел? Или промок понапрасну? Ты нас недооцениваешь. Я люблю, знаешь, иногда поплавать в канале. Я встретил пару рыб, ржавые якори, обломки лодки. А, и вот еще что. Мой сверток. Вроде ничего не промокло. Ты очень мил. О, да. Мы такие. Вижу, ты в своей стихии. Ты еще помнишь, в чем заключалась моя стихия? Полгода срок небольшой, а склерозом я не страдаю. Амнезия у тебя была? Я все вспомнил. Полностью. Это хорошо. Теперь никто не сможет тебя использовать. Меня кто-то использовал? Я. Я никогда так не считал. Нам надо спешить. А, привет тебе, чародейка. Привет, Брандон. Не ожидал, что ты придешь не одна. Трис, ты говорила этому человеку, что ты чародейка?
Конечно, когда она искала работу, то с этого и начала. Трис, ты что? Рудаю. Это, конечно, неосторожно, но в Новиграде большая конкуренция. Если бы я назвалась обычным крысоловом, никто бы меня не нанял. Прежде всего, никто бы не поверил, что такая очаровательная женщина занимается травлей грызунов. Ну, хватит разговоров. За работу. Трис, ты обговорила с господином Брэндоном финансовые условия? Мы договорились на 300 крон. Брэндон и компания – серьезная фирма. У меня самые большие склады зерна в Новиграде. Так. Мне не слишком нравится, когда купец прибегает к грубой лести до окончания работы. Это не лесть. Я констатирую факты. Я тоже. Тебе придется заплатить ей вперед. О, боюсь, это невозможно. Тогда сам гоняй своих крыс. Теперь понимаю, зачем она тебя взяла. Ладно, вот вам 300 новиградских крон. В знак моего доверия. Надо разложить эти кристаллы по всему складу. Везде, где найдешь хоть какие-то следы крыс. О май гад, разместить приманки для крыс. А где? Используй для этого ведьмачьим чутьем. О, господи. Куда надо идти-то? Подождите. Подождите. Я займусь одной половиной комнаты, а ты другой. Ищи любые следы крыс. Я понимаю следы мантикоры. Но следы крыс. Я бы тоже предпочла сейчас сидеть в королевском совете. Но моего короля убили. Ищи щели. Выходы. Так, мы расставим ладан, а что потом? Я наложу заклятие, и крысы уйдут. А можно не рассовывать этот ладан? Что-то мне не хочется искать крысиный помет. Не ной. Вот, похоже, нужное место. Не нравится мне этот тип. Брэндон? Мне тоже. Слишком он жирный. Точно. Но не понравилось мне то, что он не стал торговаться. Видимо, ему очень важно вытравить крыс. Трис, он купец. Он живет тем, что торгуется. Если бы я обращала внимание на такие вещи, то умерла бы тут с голоду. Так. Я все. Тогда готовься к магическим фейерверкам. Почему? Сейчас я подожгу ладан, и у нас будет минутка поговорить. Да. 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 Теперь подождем, пока они вылезут. Интересный способ. Раньше мне с крысами не везло. Как-то я хотел похвастаться ведьмачьими рефлексами и в темноте убил одну вилкой. Нет, я попал, действительно попал. Только вот никто этого не заметил. Мне было слишком темно. Ну так как тебе мое житье-бытье? Я проделала немалый путь от советницы короля Тимерии до крысолова. Я просто очень рад, что вижу тебя живой, здоровой и... смирившийся. Я боялся встретиться с тобой. Думал, это будет неприятно. Полгода назад мы сказали друг другу все. Я не хочу к этому возвращаться. Я не возвращаюсь. Просто одно дело говорить, другое делать. Мы решили, что останемся друзьями. Я надеюсь, этого ничто не изменит. Ну, расскажи, как там Йен? Откуда ты знаешь, что я ее нашел? Ты не ответил на мой вопрос. Как дела у Йен? А как у нее дела? Не знаю. Я пока не знаю. А что именно тебя интересует? Неважно. Я уже все поняла. Что ты поняла? Отряды крыс бегут. Вот, пожалуйста. Наши голубки воркуют вместо того, чтобы работать.
Че это? Работа сделана. Геральт, это... Я знаю, кто этот Рис. Мои друзья попросили, чтобы я их уведомил, если вдруг наткнусь на какую-нибудь чародейку. Я не смог им отказать. Ах ты, зараза. Мне эта история сразу не понравилась. Если эти ребята собрались помочь нам с крысами, они опоздали. Мы уже сделали работу. Не зря ты заплатил заранее. Да. Я заплатил заранее, потому что знал, что верну себе свои деньги. Вот гад. Так теперь выглядит жизнь чародеек в Новиграде. Вижу, и мне это не нравится. И вот что я предлагаю. Пускай господа охотники как пришли, так и уходят. Они этого не сделают. Ну, ладно, тогда говорили. Придется делайте, драться. Что собирались, но помните, я вам постараюсь помешать. Хватит слушать этого сукина сына. Вот и я так думаю. Убейте их уже. Обоих. Ах, вы гады. Что? Рвешься? Обходи с двух сторон. Он его убил! Этот ублюдок нанял меня, зная, что не будет мне платить. Меня обманули, как дитя малое. Если бы не ты, надо найти Брандона. Брандона? Какого Брандона? Выбраться со склада? Каким образом? Нет! Не убивайте, сударь! Они меня заставили! Если бы я не сказал, они бы спалили мне дом и лавку! Охотники на колдуньей жалости не знают! Пощадите меня, добрый человек! Не уподобляйтесь этим кровопийцам! Заткнись! Надо бы убить тебя! Но польза от твоего трупа будет только чайкам. Поэтому ты заплатишь двойную ставку сейчас. Купец в шоке. Хорошо. Вот. Вот вам ваши деньги. А теперь пшел отсюда. Пшел отсюда. Спасибо, Геральт. Прикольно. Пшел отсюда. Тебе пора менять компанию. Чародеи бывают куда хуже. Ты знаешь... Я все думаю. Кто бы нам помог с Цири? И мне пришла в голову неплохая мысль. В городе живет одна нейромантка. Карина Тилли. Говорят, очень сильная. Никогда не верил сновидящим. Сновидящим? Карина очень способная. По крайней мере, попробуй. Карина сейчас работает недалеко отсюда. Иди вдоль канала, в сторону от рыбного рынка. Дом стоит недалеко от моста. Его владелец — богатый банкир Де Йонкер. Ты не пойдешь со мной? У меня еще осталось пара дел. Очередной склад с крысами. В любом случае, ничего приятного. Такие уж времена. Да уж. Приятно было встретиться. Рад был снова тебя увидеть. И я, Геральт. Иди скорей, пока Карина опять где-нибудь не затаилась. А если я захочу тебя найти? Я живу в Обрезках. За рыбным рынком. В Обрезках. Мне будет очень приятно, если ты ко мне заглянешь. В таком случае, до свидания. Ясно. Так. Ну что? Задание Костры Новиграда выполнено. И на этом, так сказать, на этой красивой ноте мы завершаем сегодня. Всем пока и удачи!